Остров Огненный на первый взгляд свое название не оправдывает. Здесь очень холодно. Деревянные мостки ведут к каменной крепости. 500 лет назад здесь появился монастырь. Сейчас тюрьма. Зона особого режима. Общество, видимо, не надеясь перевоспитать некоторых людей, решило оградить их от себя. Навсегда. Сержант Косилов, стоя лицом, сняв руки, положение сзади. Подходим. Руки. Здесь жизнь по особому распорядку. Выход из камеры только под конвоем. Днем лежать не положено, можно ходить или сидеть на стуле. Здесь вовремя, по специальному сигналу, ложатся спать. Еду, как животным, подают в кормушку. Так называют окошко в увесистой двери. Повсюду установлены улавливатели для ключей, чтобы в случае чрезвычайной ситуации предотвратить побег. А сейчас вы увидите, как выглядит свобода для заключенных. Мы идем в так называемый прогулочный дворик. Здесь небо в решетку, и здесь полтора часа в день имеют право прогуливаться заключенные. Каждый день похож на другой. Так до конца жизни. Первые 10 лет никаких свиданий и телевизора. Потом условия немного смягчаются. Содержится на данный момент у нас 252 осужденных. А основные преступления, которые они совершают, за что они попадают, это преступления, совершенные общественно опасным способом. Также терроризм, убийство. За что конкретно отбывают здесь наказание, указано на развешанных табличках. Кто-то изнасиловал и убил 4-летнюю девочку. Кто-то лишил жизни 9 и даже ел человеческое мясо. Один осужденный убил всю свою семью. Другой участвовал во взрыве Невского экспресса. По результатам экспертизы все они признаны вменяемыми. В тюрьме за особыми осужденными следит множество сотрудников. Они тоже подчиняются строгому распорядку. Никаких телефонов, женщинам запрещено в одиночку ходить по территории. Психологически выдержать такую работу непросто. Поднимают настроение нечастые концерты и праздники. Сегодня в гостях группа «Сборная Союза». Когда мы сюда заезжали, уже все переглядывались просто. Лица у парней, глаза немножко такие поменялись. А теперь вроде час прошел, мы как бы отвыклись. Да. Теперь еще пройдет концерт на ура, мы вообще адаптируемся. Суть одна все равно, мы несем радость людям, мы несем песню, мы несем жизнь. Позитив. Позитив. В зале сотрудники, а еще заключенные, которые заняты по хозяйству. В тюрьме они не пожизненно, у всех разные сроки. Еще есть возможность изменить свою судьбу. Из тех, кто попал на остров Огненный до конца жизни, выход отсюда только один – на кладбище. В тюрьме от монастыря остались круглые своды, а еще фрески. Святые смотрят то ли с грустью, то ли с укором. Не поймешь. Екатерина Машковская, Анатолий Холин. Новости.